А для тех, кто так и не понял, что же собственно происходит на экране, поясню. Так как я работал на складе сети супермаркетов, через какое-то время там насобиралось огромное количество разнообразной просрочки, то есть просроченных продуктов, это и пиво, и соки, и различные напитки. И их пришлось утилизировать сотрудникам склада. Поэтому несколько человек, несколько дней во все три смены только и делали, что занимались утилизацией. Ну, вскрывали бутылки и выливали это все, отдельно утилизируя бутылки. Например, баночного пива насобиралось несколько палет, обычных европалет, ну, 1,80 м высотой, представьте, сколько там было банок пива. И это все нужно было вскрыть, вылить и так далее. Вот. Я, собственно, попал на это действие всего на один день, так как у меня не было работы на прессе, и поэтому меня отправили в помощь сюда. Поэтому вот такая вот бывает разная работа в Польше. Bum bum, bum bum, bum bum.